Кто такой воспитатель? Воспитатель – это человек, который воспитывает ребят, когда родители находятся на работе. Это кто воспитатель детей? Воспитатель – это человек, который следит за детьми, учит их и гуляет с ними. Воспитатель – это такой человек, который воспитывает детей. Воспитатель – это когда можно ему помогать убираться. Это человек, который учит нам всяких вещей полезных. Мы с ними делаем поделки, рисуем, ходим гулять. Что вы делаете с воспитателем? Воспитатель с нами занимается, ходит гулять, укладывает нас спать, кормит. Хорошо себя везде, учит новому, занимается с нами, гуляет. Гулять. А что вы делаете на прогулке? Делаем горки, крепости. Он с нами играет, гуляет. Играет когда-нибудь. Потому что они веселые, всегда приходят на работу. Мы с ними играем. Кто твой любимый воспитатель? Мой любимый воспитатель – это Ирина Николаевна. Расскажи мне. Мне нравится больше всего ее цвет глаз. Она веселая, бывает строгая. Ирина Николаевна. Расскажи мне. Она часто улыбается, она поможет в трудностях. Мария Евгеньевна и Ирина Николаевна – они очень хорошие. Занимаются с нами, Ирина Николаевна занимается по математике, Мария Евгеньевна занимается по грамоте. Ирина Николаевна. Скажи. Она ходит в очках и очень отзывчивая. Что вы с ней делаете? Мы с ней играем, гуляем. Ирина Николаевна. Что это воспитатель? Расскажи мне. Как выглядит? Он с очками, он с белыми волосами короткими. У нее одежда серая, розы, белые там, одежда. Мои любимые воспитатели два. Татьяна Дэйна и Инна Дэйна. Они добрые, задорные, веселые. Мы с ними ходим гулять, иногда играем.